Специальный бейдж, дающий право посещать соревнования и другие мероприятия студенческих игр, теперь есть и у ректора КФУ Ильшата Гафурова. Торжественная церемония вручения прошла в эту субботу в главном центре аккредитации исполнительной дирекции универсиады на Казанской ярмарке. Пройдя весь маршрут аккредитации, который вскоре предстоит пройти тысячам волонтеров и гостей универсиады, ректор поделился с журналистами своими впечатлениями. Все, что здесь сделано, впечатляет, потому что очень многое делается впервые. Я думаю, этот центр будет достаточно удобным для того, чтобы вот весь поток гостей прошел здесь аккредитацию. И, на мой взгляд, созданы практически все условия, которые можно было бы создать. Поскольку так получилось, что я бывал на разных крупномасштабных мероприятиях, но то, что сделано здесь, оно, я думаю, будет удобно даже для тех людей, которые впервые заходят в этот аккредитационный центр.